Мы приехали в отель. Покажу вам ресепшн. Очень мило, колоритно все так. Открывается вид на прекрасную территорию. Холл достаточно большой. Идем в отеле Олесбо в номер. Пока параллельно покажу вам территорию. Очень зелененькая, не такая заросшая, как в Бамбо. Тоже первая береговая, пляж близко. Тут у нас какая-то барно-ресторанная зона. Но очень быстренько, да, здесь у нас завтраки проходят. Мы посмотрим с видом на море. С вами основной ресторан. Такая какая-то зона. Здесь небольшая бильярдная зона отдыха. И пойдемте быстренько пробежимся с другой стороны. Посмотрим, что это. Так, вот у нас еще бар. По прямой. Я уже близко не подхожу. В принципе, стандартный бар. Смотрите, ребят, еще возле отеля Олесбо есть Lotus Spa. Я не знаю, принадлежит ли это отелю, но я думаю, да, потому что все выполнено как-то в единой стилистике, такой красивой. Попробую просто пройтись, скажем так, по территории, просто посмотреть, как устроен. Hello. Да, смотрите, как мило. Здесь есть такая чайная комната, там девчонки нам помахали, которые делают массаж. Поэтому тоже вы можете, собственно говоря, не отходя от отеля, посетить массажные процедуры. Заходим в номер 421 отеля Олесбо. Смотрите, какая зона. ТВ, очень большой номер. Очень красивая кровать. Большая. Сейчас мы пойдем на балкон с вами посмотрим. Смотрите, какой замечательный балкон, вид здесь у нас на бассейн. Прекрасный номер. Пойдемте глянем в ванную. Эти окошки маленькие. Смотрите, заходим в ванную комнату. У нас здесь все принадлежности, раковина. Чем-то странно пахнет в номере. Ну, да, все как обычно. И здесь у нас ванна. И душ у нас здесь. Ванна и душ прикрыт шторкой. Сейчас мы идем к пляжу. Если параллельно здесь можно будет захватить бассейн, я тогда это сделаю. Здесь вот какой-то отдельный. Детки сейчас в него будут прыгать. Типа детского, наверное. Смотрите. Ну, типа детского бассейна что-то. Ну да, мы сейчас с вами легко захватим зону. Зонтиков, лежаков, шезлонгов. Легко посмотрим бассейн. Ну, кстати, бассейн небольшой, совсем-таки небольшой. И, ну, зонтиков, лежаков, шезлонгов достаточное количество. Так, пошлите на пляж, смотрим, что у нас там. Ой, пляж, конечно, очень такой меленький, песочек такой прям мелкий-мелкий. Давайте снимаю шлепки. Иду по песочку. Смотрите, тут какая-то как заводинка, не знаю. Такая лужица. Что это такое? Может быть, такой был прилив. Сейчас посмотрим, что у нас здесь по входу. Но я думаю, вход здесь должен быть хороший. Думаю, что будет хороший вход. Еще буквально чуть-чуть времени. Волны сильные такие. Ну, в принципе, купаться можно. Ой, ребят, ну заход хороший. Заход хороший, пологий. Как раз то, что надо с детками.
Что думаю по отелю Алесба? Визуально все очень красиво. Он, я бы не сказала, что он очень большой. Здесь только один небольшой бассейн, но территория красивая, ухоженная. Номера чистенькие. Единственное, какой-то не очень был приятный запах в нем. Я имею в виду в номере. Это, ну, единственное, что меня смутило, потому что обычно они используют ароматизаторы, ароматизаторные подушки для того, чтобы все это дело как-то лучше пахло. Я такую красоту сниму. Поэтому визуально все очень хорошо. Есть чуть место, где заняться, есть детский бассейн. Никакой детской инфраструктуры в отеле я не наблюдаю. Но с учетом того, что это такая окраина Муйне, для спокойного отдыха, для отдыха, для такого выездного, он вполне подойдет. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока! Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.